Привет! Мы наконец собрались лично поприсутствовать на старте продаж iPhone и приехали в Берлин. Сутки в очереди позади, про этот незабываемый опыт расскажем в отдельном материале, а тем временем вот он, iPhone 6. Только-только с Apple Store, еще тепленький. Коробка очень в стиле Apple, красивая и компактная. Теперь без красочной полиграфии, только надпись iPhone и тиснение на крышке. Снимается она без магического эффекта спуска, нужно приложить усилия. Внутри на ложе лежит iPhone. Можно сколько угодно спорить, удалась ли Айву крышка, но вот передняя панель просто божественная. Ну ок, телефон пока пусть полежит в сторонке. Комплект без сюрпризов. Европейское зарядное устройство, кабель Lightning вполне обычный, не двусторонний, а жаль, мне идея перевертыша очень понравилась, и наушники AirPods в пластиковом кейсе. Ах да, в конверте вместе с бумажками, которые никто никогда не читает, лежит заветная Apple скрепка и яблочные стикеры. Обычные, белые. Как бы не хотелось продолжать, на этом закончим. Мы уже вовсю готовим обзор iPhone 6 и первый взгляд на iPhone 6 Plus. В ближайшие часы материалы появятся на ukrainianiphone.com и канале UA iPhone. Но уже могу сказать, что смартфоны очень интересные. Нет, не так, очень-очень-очень интересные. В общем, запасайся терпением, подгоняй нас лайком и бодрящим комментом, да и на YouTube канал UA iPhone обязательно подпишись. Пока!